Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня в ночь перед сном проговорите волшебные слова, и вы увидите, как в вашей жизни будет идти везение и исполнится ваше желание. 18 июля – это самый сильный день и день активной энергии. Это отличное время для того, чтобы воплотить в свою жизнь желания, которые вы загадывали ранее. И будьте уверены, что сегодня Луна будет с вами делиться своей силой для того, чтобы вы могли получить то, о чем вы будете просить. Этот день считается лунный праздник. И именно в этот день обязательно нужно у Луны просить все самое сокровенное и желанное. Особенно если долго вы не могли исполнить свои желания, то сегодняшний день не пропустите. Первое, что вы можете сделать для себя, если у вас идет постоянное финансовое невезение, то сегодняшний день позволит вам все исправить. Вам достаточно вечером, когда уже зайдет Луна. Даже если вы ее не видите, ничего страшного. Смотрим на небо и проговариваем такие слова. Задуманное в жизни воплощается, финансовое благополучие в мой карман устремляется. Да будет так. Вот эти слова вы должны проговорить 7 раз. Данные слова имеют особую силу, и если ранее вам не везло в деньгах, то обязательно сегодня проговорите. И Луна в скором времени вам обязательно даст возможности улучшить свои финансовые ситуации. И в этот день, в ночь, вы можете попросить Луну, чтобы она исполнила ваши желания. Именно в этот день влияние Луны будет особенно мощным. Используйте это сакральное время для того, чтобы его провести с пользой. Чтобы привлечь желаемое, важно подтвердить намерение именно своим словом. Итак, практика, которую вы можете сделать для себя, делается всего 2 минуты. Вам достаточно также у окна зажечь любую свечку. Важно сфокусироваться именно на одном заветном желании, чтобы не разбрасывать сильную энергию просто так. После того, как вы проговорили свое желание, вы должны сказать такие слова. «Волшебная Луна, приди, вокруг все светом озари, мое желание исполни, меня энергией наполни». Вот эти слова вы должны сказать 3 раза. Все. После чего мысленно обязательно благодарите Луну за ее помощь. Старайтесь сразу не цепляться за желание. Отпустите мысли о своем желании. И увидите, как Луна в скором времени обязательно исполнит то самое заветное, о чем вы ее просили.